Государственные экзамены прошли, аттестаты тоже уже получены. Осталось самое главное – поступить в университет и стать студентом. В Казанском федеральном университете от абитуриентов в буквальном смысле не протолкнуться. В конце прошлой недели начали выдавать аттестаты школьникам, и они сейчас активно начали подавать документы. Ну, активность в чем выражается? Я вам скажу, что на сегодняшний день 486 оригиналов уже подано в Казанский федеральный университет на бюджет, и 227 это на контракт. То есть у нас всего на сегодняшний день 713 оригиналов подано. Среди институтов Казанского университета уже и свои лидеры. Институт психологии и образования, 80 оригиналов на бюджет они уже получили. Это максимальный показатель по сравнению с другими институтами. Следующий, значит, идет у нас по списку, это Институт филологии и международных коммуникаций, 55 оригиналов на бюджет. И далее Институт международных отношений и истории востоковедения, там 52 оригинала. В этом году бюджетные места по всему Татарстану увеличили на 5%. Самый крупный вуз республики в своих стенах примет 1/3 всех бюджетников. 5392 бюджетных места в нашем университете на все направления подготовки, на все формы подготовки, включая филиал. И для сравнения я вам скажу, что в прошлом году было 4980. То есть на 412 мест у нас превышение. Не забыли и про иностранных студентов. По плану к зачислению около 2000, но желающих уже больше 3. Напомним, что уже 4 июля Универ ТВ проведет прямой эфир, где каждый абитуриент может задать вопрос по приемной кампании. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.